примерно в 96-97 годах на меня очень сильное впечатление произвела группа Nautilus Pompilius и ее солист Вячеслав Блютусов. У меня даже родилась идея в Москве некоторые улицы и станции метро переименовать в его честь, например, Бутусовский проспект. Осторожно, двери закрываются, следующая станция, метро Бутузовская. И вообще уже пора делать Гребенщиковский проезд, Цоевский проспект, или, например, в честь группы Агата Кристи, мой любимый. Это Вадима Самойловский проезд, это Глеба Самойловский проезд, чтобы таксисты путались. Что это такое? Надо было приезжать Вадима Самойловского, это Глеба Самойловский проезд. Какой идиот это придумал. Вот это я придумал.